Снег растаял на плечах. Удет блонд. Удет блонд. Смотрим, что это такое. Послушали мы замечательный трючок. Трючок. Тем-тем-тем-тем-тем-тем. Че, минус 500? Earth Zone. Песню соловья поймал в электрический сигнал. Передал быстро, он вот такой. Кто? Отгадаем загадку. Бабс Шкёрт Риса. Спасибо тебе, бро, за 500 рублей. Спасибо тебе, бро. Вы можете подгадывать загадочку. Прекрасно, удивительно, наверное. Мы тем временем посмотрим, с какой же песни. Смотрите, ну у нас тут как будто некое изменение амплуа, да, скажем так. Обана, спасибо тебе большое, жена моя любимая. Ничего себе, тут вообще дерзейшие просто подгоны. А, это которые вот пришли в коробке апельсины, да, которые должны быть кислые и должны быть так себе. Да? Я прямо сейчас хочу попробовать. Просто это было сложно и душно, там доставка, вот это все специально, да? Сейчас. Ну, достаточно жесткие, но не такие кислые, как должны были быть, да? Такие норм, типа на 8, да? Не, ну не больше точно. Но они вкусные очень, 8 это много, да, они должны были быть на 6,5. Ну, может быть, около 9. Ладно, потом обсудим. Так. Мне больше ничего не принесут, короче. Так, 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 следишь за питанием. Конечно, бро. GSPD, SPB Waves, легенды электронного щиата. В хорошем смысле этого слова, естественно. Снег растаял на плечах, да. The snow melted on my shoulders. Обложечка интересная. Давайте посмотрим, что это такое. Let's go! Отличное переосмысление музыки 90-х. Мне уже нравится. Зажигала фонари, торопилась к мальчику. Пусть везет меня авто, да поможет мигалочкой. В очереди мерзнут все, нам болит щелкунчик. А, через строку, да? Пока я на дискотеке с миленьким за ручень. Девки выстроились. Красиво. Круто! Кто-то из ребят, да, может GSPD сам, может SPB Waves. У кого жених богач, ярмарка тщеславия. А мне мой парфюм везет прямо с Югославии. У него не ОПГ, просто группировочка. Будь готов, всегда готов строить рокировочки. Под громкий бой курантов, под моим. Читаешь домострой, будешь для меня послушной, ты красавицей женой. Не-а. Снег растаял на плечах, новой шубы норковой. Я так горячо, что поднимаю экономику. В лимузине новеньком еду как на лошади. Поджидает суженый меня на красной площади. Прекрасно, правда. Есть легкость, есть юмор. Юмор не уходящий в какую-то карикатуру или кринжатину, которая, ну, типа, как будто должна быть смешной, да? Такое легкое веселье, новогоднее настроение, очень хороший бэк-вокал. Отлично здесь добавили, да, тут такая шутеечка вылезла. Угу.
не душит припевами, довольно идет ровненько. Понятно, тут через один, ясно, вопросов нет. В Москве мигалочка, и мальчику, щелкунчика, рученьку, золотым горят, оценил бы их талант, она с баблом, белоснежный автопром. Угу, тонко. Ну, такие около созвучия, Дальнеградское шоссе, номер за добро. Хороший, ровный такой, переосмысленный поп 90-х трек, да. Кайф, кайф. И да, подходит картинка. Угу. Я, короче, поднимаю экономику, новенько еду как на лошади. Поджидают суженый меня на Красной площади. Легкость есть хорошая. Очень хорошо начала трек вот отсюда, да, вот это на ри. Такая игривая история, которая сразу дает настроение очень хорошее. Подумал, что авто будет, но нет, да, оно, вот тут оно появилось чуть-чуть ниже, да. Хорошо, все отработано. Поп-трек крутой. Хм. Очень интересно. Еще разочек. От 1 до 10 чат. Что думаете? Сейчас посмотрим видосики, что там есть по видосам. Что думаете по этому поводу? Этот трек, конечно же, есть на сайте, он уже разбирается, да. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что это такое, как это будет. 9, 10, 8, 9, 10, 9, 9. Пока не слушал. Молодец, бро, и не пишешь говно при этом. Респект! Сейчас послушаешь как раз еще раз. Все как надо, 9. Значит, если не все как надо, если 9, хотя, может быть. 9, 8, 9. Может быть, не надо слушать? Дальше пойдем? Нет, бро, надо. Вайб 18 века. Неплохо. 8, 7, 10. Хорошо. Слушаем, да, слушаем. Отличная песня. Отличная песня. По поводу щелкунчика. Что-то в этом году вообще нереальные цены, бля. Просто вообще страшно. Что-то там в портер, ну, у перекупов тысяч по 80 билет стоил. За место, бля. Страшно вообще. Что-то там у них изменилось, и прям в 2-3 раза цены прям прыгнули. Эх. Да-да-да-да. В прошлом году получилось попасть и туда, как бы. И в Зарядье сходили там на другой щелкунчик, классический, и в большом. А в этом что-то нет, да? Что-то жаба задавила. За портер, блядь, за 70 плюс косарей за место, пиздец. Горят Ленинградское шоссе, да оценила бы талант. Я за мир и за добро, но когда оно с баблом, а иначе кто подарит белоснежный автопром? В лимузине новеньком еду как на лошади, поджидает суженый меня на Красной площади. Да, проигрыш отличный, легкий. Обалденный трек. Короче, трек удался полностью, 100%. По поводу трендовости. Будем потихонечку вкатываться в 24-й год и смотреть, вот, допустим, тот же бумбэп с рэпом, да, с более классическим таким смысловым, он уже будет, наверное, четверку почти всегда занимать, потому что его становится прям больше. Переосмысление хитов 90-х как будто тоже оно потихонечку заходит, причем как поп-музыки, так и середина 2000-х иностранного хип-хопа заходит, возвращение техно 90-х тоже, как будто это все уже туда, да, вот 3-4 даже как будто уже можно поставить этому треку. Раньше бы мы поставили там 2-3, да, когда там они появлялись давно и когда они начинали делать, то есть когда это был прям андеграунд. Сейчас как будто это уже прям что-то широкое такое, уже переосмысление набирает, да, 3-4, как будто, то есть это прям... Короче, слушая этот трек,
мы не ощущаем, что это там мальчик на девятке, какие-то вот эти вещи, что это где-то было вот прям вау-эффект. Мы слушаем, что да, все круто, вот такая музыка, она есть, уже есть осознание того, что она есть. Возможно, они своим, так сказать, коллективом, своими артистами насытили рынок музыкой и вообще хитами подобными переосмыслением, либо в целом. Этому 4. Да-да, это становится популярно, поэтому мы-то как бы... У нас для чего трендовость вообще существует? Для того, чтобы люди, посмотрев по годам в рейтинг, зайдя на сайте, они увидели, что было трендово, какая музыка. Это круто, это бесит вас, когда мы ставим небольшие баллы, еще трендовость что-то съедает, но потом, когда пройдет какое-то время на дистанции, это будет очень прикольно, вы будете заходить, смотреть. И вот это вот дерьмо было 5 баллов там в 22-м году там, по популярности. Это будет интересно очень. То есть это определенный такой отпечаток времени, да. И если время меняется, соответственно, жанры меняются, вот, там, Детройт тот же самый приупал, да, там, Дрилл тот же самый тоже менее популярен стал, что-то более популярно становится. Вот так вот. Это очень круто. Трендово зависит вообще. Трендово зависит от количества работ в индустрии, от количества... Если мы слушаем, допустим, поп-кальянщину, то это 5 баллов. Если мы слушаем трэпчик какой-то классический, это 5 баллов. Если мы слушаем опиум супер-трэп в 23-м году, то это 5 баллов. В 24-м пока тоже. Поп-музыка 5 баллов, поп-рок 5 баллов, да. Ну, то есть просто популярные жанры, бро, популярные жанры. Если это какие-то экспериментальные или сложные, тогда это все меньше. В общем, 4 балла здесь. Будто прям так... Здесь прям 9, хорошо по тексту. Структура ритмика чуть простовата, но достаточно, что... Вот не 8, потому что разнообразие во втором куплете. И бэк-вокал интересный. Индивидуальность, харизма. Здесь 10 я бы поставил, здесь 9. Вот такая история. Очень крутая музыка. Хит. 4 балла. Но, наверное, все-таки альтернатива. Наверное, альтернатива. А! Это вообще дерьмо, то, что я пишу, потому что, смотрите, не будет у нас разделения хит-мейнстрим и хит-альтернатива, как вы понимаете. И поэтому то, что я сейчас вписываю хит-мейнстрим, хит-альтернатива, у нас за январь-февраль, это же новые песни, за январь-февраль у нас будет хит месяца. Вот то, что вы сейчас видите вот здесь, да, это вы видите в последний раз, потому что это декабрьские победители, у нас будет без разделения, просто хит месяца. Да, поэтому это, не, братва, это без разницы, все, уже забейте. У нас будет один плейлист, и скоро все это появится, мы просто слово почим за счет годовой премии. Вот так вот. Вот так. Спасибо большое. В общем, поставлю хит-альтернатива, но потом мы это все перешьем под просто хит. Да, отмечу. Хит-альтернатива, допустим. Допустим-то. Что думают по этому поводу наши замечательные пользователи, которые любят Гонфлада, да. Вот предыдущий трючок с шикарной обложкой, лучшей на свете обложечки, которая только может быть. Снег растаял на плечах, окей, 70 баллов. Ну, принимается, братва, принимается. SPB Wave, GSPD, Dead Blonde. SPBWF зарегистрирован на сайте, соответственно, человек может ставить авторские лукасы и рецензии. Да, GSPD не зарегистрирован, Dead Bond не зарегистрирован на данный момент. Вот, поэтому они не могут ставить авторские лукасы. А может быть, они даже не знают, что это такое. 80 баллов. Идеально стилизовано. Давно мы слышим, как Dead Bond прорабатывает свой стиль. Да, переклады 90-е в современность. У всех пора... У нас второй трек, да, переосмысление сегодня. Вот мы послушали «Плачут небеса», а теперь вот эта тема. Ну, очень круто все. От текста до подачи на самом деле песня мне очень зашла. Со своим приколом считаю, что сделано качественно. Жанр очень даже хороший. История рассказала все, как нужно ощущается злободневность, если окунуться во время. Структура чутко душна. Точнее, однообразна. Ну, вот... Я думал 8, но 9 все-таки за счет... Ну, поп, видишь, поп. Постарались во втором куплете не разбавить. Мне кажется, сложнее делать не лучше. Реализовано более чем хорошо. Не заметил никаких недочетов. Голос очень узнаваемый, по харизме все прекрасно. Не верю, что исполнитель свой тренд. Современная актуальная музыка. Значит, если получаем 4-ку. Да, круто. Татьяна была на 4-м. Ну и переосмысление 80 хорошее, но недостаточно. 10 реализаций. Окей, бро.
Хитовый припев «База». Интересный трек добавил себе в плейлист. Рифмы образа 8, депутата богатого мужчины. В общем, хороший текст. Зрительника 8, нескучно интересно. Да, результат 9, 10. Держится весь трек, Давида никто не делает. Да, никто так не делает, как они так делают. Все понятно, 13 актуально. 3. Не самая популярная музыка. 3, 4 принимается, бро, вообще без вопросов. Фри пальто. Очень неоднозначная для меня работа. С одной стороны, чувствуется русская легкость под нестандартный инструментал конца 80-х. С другой стороны, композиция дает вторичность, попытка повторить, что-то как. Ну да, типа. Актуалочка по поводу тречка, да? Это прикол в тему. Слушать бы не стал, спасибо за прочтение. Спасибо тебе за аргументированную, конструктивную критику и отрицательное мнение, бро. Возвращение королевы всех дискотек. Начало 24-го года, не перестал удивлять. Видимо, да, да, выпал красный снег, но наконец вернулась. Арина Dead Blonde. До сих пор считаю ее одной из самых крутых и талантливых певиц молодого поколения. А мальчик на девятке уже сейчас можно назвать одним из символов эпохи. Символов эпохи. Чем был условный первый раз сколько месяцев? Не знаю, не особо слежу. Но хочется верить, что это время один из Давидом готовили у нас много нового материала. Что по треку? Он дает ровно то, что я слушаю от Dead Blonde. Попа не в 90-х. Который меня почему-то ассоциируется с русским шансоном, ретро-синты, текст об обычной русской девушке, за которой бегают богатые влиятельные ухажеры, простой изящный вокал с каким-то русским народными интонациями. Все, что Арину знают, любят. То хорошо, трудно сказать. Стиль уже давно закреплен за ней, что ли, точнее, ну да, опиум. Опиум от них это было бы интересно. Нет. Но трек получился очень вторичным. Он хороший, выполнен качественно, но абсолютно каждая строчка наводила меня на мысль. О, это как в «Мальчик на девятке», или о, это как в «Бесприданнице». Или это уже не вошедший трек на альбом «Княжна из Хрущевки». Ну, по-моему, здесь легче. По-моему, здесь легче и попсовее история. Вот намеренно легче сделано для того, чтобы порог вхождения снизить, и как будто это сработало. В 21-м на дворе страшно сказать 24-й, вектор с тех пор абсолютно не поменялся, даже минимально. Хочется верить, что этот трек подогрев к альбому, на котором Марина покажет не только качественное выполнение продолжения «Мальчик на девятке», но и про реализацию песни сказать особо нечего. Все выполнено так, как и должно было. Очень простая структура, простоватая по рифмам. Тем не менее, спасибо Арине Давиду с PB Waves за хорошую качественную работу. Обнял, приподнял. Да, спасибо большое, бро. Спасибо. 9-10-4. Спасибо. Двусмысленные впечатления. Двоякие, бро. Лучше было написать. Но двусмысленный тоже пойдет. Снег расставил на плечах трек, который оставляет слушателя в двусмысленных впечатлениях. С одной стороны, Dead Blonde предлагает атмосферный меланхоличный звук, который хорошо считается с темой песни. Музыкальное сопровождение создает ощущение хрупкости и утраченной надежды, что вполне соответствует тексту. Щещь. Однако, несмотря на интригующее звучание, трек имеет свои недостатки. Прежде всего, текст песни остается достаточно стандартным и предсказуемым, не прося ничего нового в жанр, который не играет. В целом, снег расставляет неплохая работа среди подобных композиций. Она обладает своей атмосферой, но требует больше оригинальности, разнообразия, чтобы выделить. Да, спасибо большое, бро. Спасибо тебе за критику конструктивную, опять же. Хорошая фирменная песня. Рифм образ 8. Жанр просто довольно крепкий, зрительный. Весьма адаптивно кажется, как по музыке, так и по исполнению. Ну, блин, вот я говорю, да, то есть попса вот это вот. Сейчас, подожди, я почавкаю. Последние две строчки во втором куплете исполнены мужчиной. Во, бро. Неплохо идут разнообразие песен, но все-таки этого мало. Ну, принимается. Все ты услышал, увидел, да? Довольно крепко реализован трек. Музыка хорошая, что идет блонд. Уверенность, видение уровня 8 баллов. 8. Однотипное исполнение высокие зимами. Просто ровненько все исполнил Dead Blonde. Практически ничего не зацепил. Максимум мог ставить на фон. Но в целом это хорошая песня, обложка простая. Да. Довольно понятно. Спасибо. Спасибо, бро. 90 стадионов из 90 вайп. Худж. Ну вот это, конечно, лишнее добро. Это, конечно, борщинул, да. Психанул, ты жестко психанул. Трендовость 4 балла. Эта композиция в исполнении Dead Blonde меня просто поражает. Слушаю я, как я хочу, блинов на баньке нашей русской. Вы просто послушайте эту песню, это же хит в ТикТоке. Интересно, как песня будет стоять на стадионе. Здесь и качество, и вапись вообще мне зашло. Спасибо тебе, брос. Прекрасные эмоции. Я прям чувствую, как ты радуешься от этой песни, да. Гражданин Российской Федерации, между прочим. 12 рецензий, средний балл 80, всего лайков 130 лайков? 12 рецензий, 130 лайков? Бедолага, респект, бро, респект. Можешь соцсети поставить, да, кстати, у нас есть возможность ставить свои соцсети. Вдруг кому-то понравится то, что ты делаешь, какую-то грязь, кто-то тебе захочет из артистов написать. Респект, бро. Мало ли. Спасибо.
Ну, в общем, вот, неплохо 324-го, но гражданский жесткий слэм гарантирован. База. Чуть пластиковая атмосфера. Девятки, десятки, ну, 4, да? Окей. Блядь, нетблоун, снова. База. Хорошая индивидуальность, нетблоун. Песня расслабляющая, всего хватает. База. Мощный припев. Песня, хорошая, база. Песня, уводящая в звеня... В звенящую снежную даль старых времен. Макс, делаем грязь. Звенящая снежная даль. Нет, старых времен. Просто звенящая снежная даль. Вдохновимся. Вдохновился. Спасибо. Так, ну все, респект. Вдохновились. Звенящая снежная даль. Вдохновились, да. Не спиздил, а вдохновился, да. Смотрим, что у нас по видеоряду. Пам-парад-бам-пам-пам. Ла-ла-ла-ла, не туда. А, смотрим здесь. Это TikTok история. Дерзко. Дерзейшая история. И еще один, да, есть? Еще один есть. Интересно. Сочетается, подходит. Молодец. А, продолжение банкета, да? Окей. 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 Спасибо. Отлично. Тут LG нам немного дали, да? Если вы поняли, о чем я. Спасибо. Короче, работа удалась. Реально. Работа 100% удалась во всех смыслах. Ждем продолжения банкета.